Свой голос за депутатов и будущего президента республики отдал и мэр Автограда Наиль Магдеев. Градоначальник пришел на голосование в 23-ю школу. Прежде чем пройти на избирательный участок, он посмотрел, как проходят школьные выборы спикера Совета учащихся. Затем, соблюдая меры предосторожности, проголосовал сам, отметив при этом, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, на участке челнинцы идут хорошо. Социологические опросы, которые мы проводили, говорят о том, что жители города Набережные Челны, более 70%, готовы были принять участие в голосовании. Поэтому это было на 1 августа. Я думаю, что цифра это в этом районе и будет.